Добрый день. Сегодня 21 марта 2021 года. 16 часов 14 минут. У нас тренировка по армрестлингу. Самостоятельно сейчас занимается Факира Николай. Сегодня у нас рекорд посещаемости. Поздравляю всех спортсменов спортивного клуба «Титан». У нас в зале один человек только занимается армрестлингом на данный момент. Такого у нас никогда не было. Ну и ничего, бывает в жизни. Как сказал Коля, все когда-то бывает всегда первый раз. Сейчас 16 часов, 17 минут. Отлично. Пришли еще Селезневы. Можно на троих соображать теперь. И Коля продолжает изучать технику тренировки. Идем, поздороваемся. Все, Бендерам привет. Передавайте привет всем. Все заболели, кто-то Бендеры заболел. Что... Да, Бендеры и Малоежцы, все. Есть. По уважительной причине отсутствует Радула, Давид и Кучерян, Вячеслав. Первый Селезнёв разминается. Еще один пришел. Все, разминаемся, стол приносим. Что вы там его выбирали, стол? Саша пришел. 16 часов 30 минут, уже нас четверо. Кстати, там часы кто-то забыл, не с наших? Нет. Ну, здесь прошлые тренировки, электронные. Я забыл тоже электронные, но не на прошлые. А что, какие часы? Ну, ты нашел их? Не, я не нашел. А, здесь лежат. Кстати, не нашел. Во, видишь, не зря пришел на тренировку. Часы, награда нашла героя. Часы. Сегодня скакал, подал, часы сегодня. День забытых вещей, блин, называется.
Это награда за то, что пришел на тренировку. Да. Итак, каждому, кто придет на тренировку, часы. Я сказал, что не то, что там, блин, ну ничего, говорю, есть вот выбор, Селезнёв один, Селезнёв два, два тренажера, есть Саша еще в запасе. Всем, кто болеет, желаем быстрейшего выздоровления и возвращения в строй. Thank you.